Вау, ребята, мы даже айсберг съели. Вы видели? Вот это круто. Поехали дальше. Вау. А перед просмотром этого видео не забудь подписаться на мой канал, а также поставить лайк этому видео. И чтобы не пропустить мои видео, нажми на колокольчик, а также прокомментируй, пожалуйста. Приятного тебе просмотра. Всем приветики, дорогие друзья, вы на канале Вечное Детство, с вами, как всегда, Юра. И мы продолжаем играть в игру Тести Блю, ребятки, погнали. Так, ну что ж, ребятки, нас ждет в этом уровне. Вау, ребята, что это? Что это такое? Это люди мусорят, ребятки, в океан, в море. И мне надо кушать крышки от пива. Ребята, это не есть, ребятки, хорошо, потому что мусорить это плохо, ребятки. Таким образом, они засоряют внешнюю среду. Там, где живут, там и царят. Люди, это да. Ну ничего, ребятки, нам с вами приходится кушать вот таких вот пока что крышечки, ребятки. Маленькие такие, видите? Так, пока что кушаем их, ребятки, а там посмотрим. Так. Ням-ням-ням-ням-ням. Вай-вай-вай, мимо-мимо-мимо. Отлично. Отличненько. Просто супер. Ням-ням-ням. Так, скоро, я думаю, ребятки, я уже довольно-таки вырасту и начну кушать маленьких этих, скажите мне, бутылочек. Бутылочки буду кушать, малюсенькие, ребятки. Бутылочки малюсенькие я люблю. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням. Так, ребята, подождите. Дайте мне, пожалуйста, покушать вот этих вкусных крышечек, ребятки, которых мне так не хватает. Ням-ням-ням. Так, ребятки, мне уже надоело их кушать. Я хочу уже съесть бутылку. Когда я уже вырасту и смогу кушать бутылки, ребят. Сейчас, мне кажется, вот уже скоро я уже смогу, ребятки, насладиться баночками или бутылочками. Потому что мой рост, ребятки, довольно-таки уже большой. Посмотрите, я уже практически сам, как эта бутылка. Так что, вау, откуда оно скидается? Все с самолета, что ли, сбрасывается или что? Вау, вы видели, я в воздухе поймал крышку, ребята. Вау, ребятки, да что ж творится-то, а? Посмотрите. Вы только посмотрите, ребятки, что творится там. Вау, ребята, подождите. Дайте мне, пожалуйста, немножечко передохнуть, потому что это довольно-таки серьезный шаг. Тихо. Вай, дайте. О, так, ням-ням-ням. Серьезный шаг перед тем, как начать хавать что-то другое. Ну, когда же я уже... Я же уже большой, я могу бутылку эту проглотить. Ребятки, дайте мне, пожалуйста, что-то, что проглотит эту бутылку. Ну, пожалуйста, я вас прошу, дайте мне хоть что-нибудь. Все, ребята, я могу хавать банки. Ням-ням-ням. И бутылки. Отлично, ребята, посмотрите, какие мы ростом большие. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Вот это, да, вот это вкусно. Ребятки, посмотрите, сколько мы бутылок съедаем. И банок. Банок и бутылок. Ням-ням-ням-ням-ням. Отличненько, дорогие друзья, мы прошли с вами этот уровень. Это просто круто, это просто замечательно. Погнали дальше, ребятки. Так, что у нас дальше здесь? А дальше здесь у нас предлагают нам насладиться, ребятки, селедочкой. О, селедочка какая вкусная, ням-ням-ням. Вот, собственно, ее пока мы и будем с вами, ребятки, кушать. Потому что нам расти-то надо. Но мы сейчас 30 сантиметров. Я думаю, нам надо вырасти. О, и ворон вот этих, ребята, тоже нам надо кушать. Это какие-то чайки. Вай. Это, ребятки, чайки вообще-то там, где тепло. Это какие-то зимние чайки, что ли. Не знаю, как эти птички называются, ребята. Ну, каркают, как вороны. Вай, ребята, посмотрите, сколько рыбы здесь для меня. Ням-ням-ням. Так, нельзя попадаться, ребятки, пингвину, потому что он меня может укусить. Я довольно еще таки маленький, и пингвин попросту меня съест. Вот видите, ребятки. Уа, уколол меня своим клювом пингвин злосчастный. Ах, ты такой нехороший. Ничего, мы сейчас, ребятки, обязательно с вами наедимся разных штук вот таких вот. И мы вырастем и обязательно съедим этого нехорошего пингвина, ребятки, который к нам пристает. О, все, ребята, мы начали хавать пингвина. Мы начали хавать пингвина, вы представляете? Ням-ням-ням, отлично, ребята, мы хаваем пингвинчиков.
Так, до дна нам далеко, ребятки. Так, давайте похаваем вот этих вкусных пингвинчиков. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Тут все для меня, ребятки, вы видите? Они просто собрались здесь для меня. О, медвежонок, ребятки. Смотрите, как плывет. А, вот за мной, ребята, за мной медвежонок гонится. Да что ж такое? Убегаем от него. Вай-вай-вай-вай-вай-вай-вай. Так, тихо-тихо. Где люди? Я хочу уже людей похавать. Все, ребята, вай, там медведь за мной. Так, ну сейчас ничего, ребятки, сейчас мы вырастем, и я думаю, что мы сможем уже и медведя съесть, нам не будет ничего страшного. Вот так, пингвины, конечно, это же хорошо, но, ребятки, медвежонок же вкуснее. Но я пока еще не могу медведя кушать, потому что он еще пока меня кусает. Сейчас посмотрим, может, уже скоро и смогу, ребятки. А, нет, еще не могу пока. Вай-вай-вай, за мной медведи, ребята. Вау, убегаем от этих злых медведей. Посмотрите, они за мной гонятся, ребят. О, все, я их могу хавать. Все, отличненько, ребятки. Мы с вами прошли этот уровень, и мы продолжаем нашу замечательную игру, ребята. Поехали. Так, погнали, ребятки, дальше. Что у нас дальше здесь-то? А здесь у нас, ребятки, посмотрите, какие... О, там за нами истребители, ребята, это... Так и надо, или это никуда не годится? Скажите мне, пожалуйста. Это, наверное, никуда не годится, потому что я не хочу, чтобы меня обижали. И я как вырасту, ребятки, я обязательно их всех проглочу. Отлично, ребята. Мы уже практически 8 метров, ребятки, в длину. И это просто супер новости, ребят, потому что это довольно-таки хорошо. Вау, ребята, вы видели? Самолет самолета застрелил, ребята. Вы видели такое? Так, мне надо... Ребята, подживиться и немножко еще набрать мышечной массы, потому что еще рано мне их кушать. Ну все, теперь я уже могу, ребята. Мы съели только что истребители, вы видели? Посмотрите, ребята, я ем истребители. Вот это да, вот это круто. Я хаваю истребители. Идите сюда, истребители, самолеты. Я вас всех посъедаю. Ой, какие мы грозные. Вах. Вот так вот, отлично. А давайте еще, ребятки, вот так вот. Вот так, ням-ням-ням-ням-ням. Вкусные самолетики, мы акула-каракула. Так. Отлично, ребята, отлично, просто супер. Я считаю, что мы, ребятки, вырастили огромного монстра, который отлично справляется, ребятки, со своим заданием. Он уже ест боевые самолеты. Это просто, я считаю, круто. Отличненько, ребятки. И мы с вами также прошли этот уровень. Это просто круто. Так, ну что ж, ребятки, давайте продолжим. Продолжим. Так, здесь айсберги, ребята. А, я так понял, мы 8 метров в длину, ребята. И большой кит, пока мы еще не можем его кушать, он за нами охотится, ребята. Так что нам надо, собственно, наверное, пока что подживиться чем-то другим. А потом уже и лезть туда, куда нам не надо. А пока что нам от китов надо убегать, потому что они нас кусают. Так, это айсберг, ребята, который мы должны съесть, я так думаю, скоро. Так, пока мне вот этими кальмарами, что ли, надо довольствоваться. Что, больше ничего нету здесь? Да, ребятки, кроме кальмаров здесь ничего абсолютно нету. Эу. Все, ребята, ха-ха-ха. Мы выросли очень большие и хаваем китов. Ням-ням-ням-ням-ням, идите сюда, я всех съем вас. Всех китов посъедаю, ха-ха-ха-ха-ха, ням-ням-ням-ням-ням. Идите сюда все. Посмотрите, какая у меня рожа страшная, я всех истреблю. Реально всех, ребята, вертолеты. Посмотрите, ребятки, какие мы большие уже выросли, мы теперь можем хавать любого. Вау, ребята, мы даже айсберг съели, вы видели? Вот это круто. Поехали дальше, вау. Вау, вот это круто. Так, ребята, там уже пассажирские самолеты появились. Если вам видно, да. И айсберги, ребятки, появились маленькие. Нам надо их посъедать, ребятки, потому что если они достанутся в зубы кому-нибудь другому, это не есть, ребятки, хорошо. Это сразу плохо скажется, ребятки, на... Так, ребята, я, конечно же, все понимаю. Но вы дайте мне тоже шанс выжить здесь, в этом море. Дайте мне больше еды. Хочу самолет съесть. Где он? Где он летает-то? Вот он. О, ням-ням-ням. Вах, отлично, ребята.
Отлично, корабль съели. Ого, ребята, вы видели? Мы даже съели корабль. Вот это круто. Вот это мы огромная акула. Ням-ням-ням. Айсберги все уже посъедали. Так, и что, ребята, давайте хавать будем самолеты. Отлично. Ого, ребята. Что это за мной-то? Увязались-то. Ребятки, меня хотят съесть. Дельфин и рыбка, которой я играл раньше. Вай-вай-вай, надо убегать. Убегай, убегай, Юра, потому что съедят и фамилии не спросят. Так, а что, нам только довольствоваться самолетами, что ли, приходится? Я не понял-то. Наверное, ребятки, да. Наверное, ребятки, да. Нам стоит довольствоваться только самолетами. И давайте, собственно, с вами посмотрим на нашу игрушку. Да что ж такое? Я не могу выпрыгнуть, чтобы съесть самолет. Мне мешают корабли, ребята. Когда такое было? Вы видели как когда-нибудь хоть раз такое? Да что ж ты будешь делать, а? Да что ж такое? Кусают меня со всех сторон-то, а? Нереально, реально, очень тяжело убегать от этих злых и нехороших рыб. Да что ж ты будешь делать, а? О, отлично, ребята, мне дали возможность есть, наконец-то, ребятки, айсберг, что мы, в принципе, с вами и сделали сейчас. Так, отлично. Сейчас мы вырастем и покажем этим рыбам, где раки зимуют. Ай, кусают меня, да что ж такое, за попу меня укусил. Так, давайте пока убегать от них, потому что другого выхода я пока не вижу. Ребята, мы 105 метров, мы 105 метров, и мы довольно-таки еще маленькие, потому что мы даже не можем айсберги кушать. Когда я уже вырос, дайте мне еще. Плохо, что я здесь, в этом уровне, ребятки, кроме самолетов, больше ничем питаться не могу. Это специально так сделано, чтобы усложнить задачу прохождение игры. Ну ничего, ребятки, мы с вами не сдаемся. И все равно проходим эту замечательную игрушку. Ой-ой-ой-ой. Попали опять не на того. Давай. Да что ж такое-то? Так, ребятки, мы довольно-таки уже большие. Я с уверенностью хочу вам сказать, ребятки, что скоро мы обязательно съедим с вами вот этих злых рыбок и дельфинов. Я вам обещаю, ребят. Сейчас уже в ближайшем будущем мы с вами это сделаем. Все, ребята, мы можем хавать корабли. Да? Да! Ням-ням-ням. Ой, рыбку! Ха-ха, и дельфина, отлично! Мы их наконец-то съели, все, теперь нас никто не трогает. Мы повелители этого океана, ребята! Ням-ням-ням-ням-ням. Мы повелители этого океана, какой я довольный, ребята! И мы очень огромные, мы 269 метров, ребятки. Мы, по-моему, с вами еще акулой так не вырастали, ребятки. Ням-ням-ням-ням-ням, как вкусно же здесь плавать. Ням-ням-ням-ням-ням-ням, вот это круто. Отличненько, дорогие друзья, мы прошли с вами этот уровень, ребятки, это просто круто. Было очень весело, ребятки, и замечательно. А я хочу вам, ребятки, сказать, что этот эпизод подошел к концу. Если вы еще каким-то образом не подписались на мой канал, обязательно это сделайте. Также не забываем нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видосики, ребятки. Также не забываем смотреть мои старые видосики. Ставить пальчики вверх, ребятки, комментировать. С вами был, как всегда, Юра. Вы были на канале Вечное Детство, ребятки. Пока-пока.